Это план действий, который сегодня мои коллеги должны были сделать, то есть опубликовать для консультаций. Это план действий на 100 с чем-то страниц, где описаны все мероприятия на год. И с другой стороны, будет и план, который можно прочитать легче, то есть с самыми серьезными реформами на несколько страниц. И это, наверное, будет где-то через два дня мы опубликуем. Но это первый, который детальный план действий, он сегодня уже будет доступен. Но означает, что мы вправе ожидать и от каждого министерства свои видения, да, и свою стратегию, да, в том числе и Министерство экономики, каким образом собирается развивать экономику, да, и улучшать, чтобы появлялось гораздо больше рабочих мест и лучше инвестиций. Климат был в нашей стране. То есть мы через несколько дней можем и этот план увидеть. Да, я говорю, уже в план действий правительства вы сможете увидеть более детально каждое министерство, чем собирается заниматься на 100 с чем-то страниц. Но будет и план, который легче читать, где самые важные вещи, которые это правительство собирается сделать за год.